Привет, друзья! И сегодня у нас пятница. И вы знаете, я сегодня хочу вам показать какие-то маленькие здесь заведения ночные. Это классное время. Сегодня у нас час ночи. И это центр Райда. Я крайне редко здесь бываю. Но вот сегодня мы пришли на дискотеку с нашими друзьями. Я вам покажу немножко той дискотеки, которая здесь существует. Она работает до 3 часов ночи. Кто-то меня осудит, как обычно, вы знаете, есть масса таких куриц, которые сами ничего не зная, ничего не себя не представляя, начнут писать какие-то мне отвратительные комментарии. А я думаю, что мы должны с вами увидеть Англию во всех ее проявлениях, в частности, вот ночную Англию. Меня пригласил сюда мой друг. Это друг такой. Ну, не сказать, что я его давно знаю, но знаю. Вот. Его зовут Сальман. Я вам покажу сейчас видео, где мы с ним в этом ночном баре танцуем. Yeah, good. I like to dance. Very good, very good. И вообще, вы знаете, шикарная сегодня ночь и прекрасное настроение. Ой, знаете что, я даже больше вам скажу, что я сегодня даже 2 коктейля выпила. Вообще таких обалденных. Я, кстати, сразу что-то как-то не сориентировалась вам показать, как нам делали эти коктейли. Я, кстати, никогда такого не видела. Но я, я не бываю часто в таких заведениях, поэтому в ночных барах, вот, когда нам сделали такой коктейль обалденный, вы знаете, подожгли стаканы такой горелкой, и потом там сахаром их сначала обсыпали, потом подожгли, потом туда нам налили виски с содовой и с соком. Обалденная, очень вкусная вещь. Покажу сейчас, как мы там немножко танцевали, веселились. Там все было классно-классно в этом замечательном ночном баре, дискотеке. И, в общем-то, я вам показывала, но там вроде как все в основном молодежь. Thank you.
Но вы знаете, я встретила даже людей своего возраста. Ну и вот Сальман, он там завсегдатай. Потом, как выяснилось, он еще и сын хозяина вот этого вот заведения. Его там все знают. И поэтому я что-то как-то решила немножко уйти сама. В общем-то, вы знаете, классно, весело, интересно, конечно. Вот такие пятничные дискотеки, вечера. Вот никогда вам не показывала, хотя мы бывали здесь частенько. Ну, не так, чтобы и часто, но бывали. Вот первый раз я вам снимаю вот такое вот ночное видео. Получилось так, что я это видео как-то бестолково снимаю, потому что основные моменты там в баре, на танцах я сняла вам совсем чуть-чуть. Ну, потому что я, вы знаете, не всегда готова постоянно снимать вам видео в тех местах, в которых я бываю. А потом, опять же, как вы понимаете, я не хочу иметь проблемы, я не хочу делать видео, когда я танцую, расслабляюсь, развлекаюсь со своими друзьями. Вы знаете прекрасно и понимаете, что это не всем нравится, поэтому вот для вас делать съемку у меня получается только тогда, когда я покидаю своих друзей, и вот как сейчас иду одна. И вот вы знаете, я встречала этого Сальмана, наверное, раза три. Мы такие, в общем-то, ну, как сказать, друзья, может быть, да, так скажем, приятельские отношения. И у меня есть его телефон, у него есть мой телефон. И вот мы тут иногда вот так вот на вечеринках встречаемся, танцуем. Но сегодня что-то начал ко мне проявлять странное. Больше интереса, чем мне бы хотелось, по-дружески, по-товарищески. И поэтому вы знаете, что я сделала? Ну, я как обычно. Я просто ушла в туалет, вышла с другого выхода и вот пошла домой одна. Он мне сейчас уже несколько раз звонил, но мне не хочется ему отвечать. Посмотрите, и ночью, и днем. Все равно цветы гортензии. О, какая прелесть, представляете? Ну так вот, что вам сказать по поводу нашей сегодняшней вылазки, нашей сегодняшней вечеринки. Все прошло замечательно, прекрасно. Я думаю, все хорошо, что хорошо кончается. И если я не хотела никакого продолжения, то его и быть не должно. Поэтому, что бы мне там какие курицы не писали. Я недавно смотрела Собчак. И мне понравилось, как сказала Собчак в последнем своем видео. Это было просто супер. Вы знаете, она меня вдохновила. Она сказала: никогда не бойтесь делать то, что вы хотите. Никогда не бойтесь говорить то, что вы хотите. То, что вы думаете, это ваше видение. Никогда не бойтесь, будьте самим собой. А всегда найдется какая-то курица, сидящая на диване, с плохим настроением, которая вам все равно напишет какие-то гадости. Ой, вы знаете, я прям так с ней согласна. Полностью согласна. Как говорится, и не больше, и не меньше. Но я очень довольна нашей сегодняшней вот такой вот расслабляющий вечер иметь. И вот, думаю, что даже вам снимать это видео, это интересно и прекрасно. Вот для вас тоже, понимаете? Ой-ой-ой. Мне очень-очень понравилось там находиться, очень понравилось там танцевать. Я не чувствовала себя изгоем, я не чувствовала своего возраста, как обычно. Просто супер. Почему я люблю Англию? Вот потому. А еще, вы знаете, у меня спрашивают: а вы не боитесь вот так ходить одна? Вот я сейчас иду одна, 2 часа ночи. Вы видите, какие пустынные улицы, да? Хотя они освещены. Нет, не боюсь. Никогда не бывало ничего такого здесь криминального, чтобы кто-то когда-то кого-то обидел. Супер-супер! Вот только мне стоит свернуть с центра,
райда, как тут тишина, ни души. Ну и понятно, 2 часа ночи, хотя пятница. А еще вы знаете, что хочу вам сказать, что у них здесь самые вот такие вот большие вечеринки с музыкой, с танцами везде. Бывает в пятницу и в субботу. В воскресенье уже ничего подобного нет, не бывает. Потому что они считают, что уже воскресенье, на следующий день на работу. Надо отдохнуть, расслабиться. И поэтому никаких таких вот ночных и вечерних заведений с танцами не бывает. Воскресенье только, пятница и суббота. Ну и вот это все такой небольшой экспромт сегодня, среди ночи, чтобы вам показать, как классно и абсолютно не страшно гулять одной в 2 часа ночи в центре нашего города. Вот видите, вот там вот вдалеке огоньки. Это Портсмус. Но я так как знала, что я сегодня, конечно, немножко выпью нам на дискотеке, я на своей машине не поехала, поэтому я иду пешком. А и мне сейчас вот я сверну из центра. Будет идти наверх в гору. Наверное, еще минут 10 до моего дома. Но там тоже нисколько не страшно. Просто снимать уже я вам больше там не буду, потому что там совсем темно и неинтересно. Так что вот, друзья, всегда надо знать, где начало и где конец истории. И всегда надо вовремя заканчивать эту историю. Поэтому, понимаете, вот я сегодня просто взяла и вот так вот втихомолку ушла. Потому что я бы не хотела с этим Сальманом иметь что-то еще. А он, так я понимаю, что-то как-то сильно возбудился. И вот сейчас я вот иду, вам делаю видео, он мне звонит, звонит и звонит. Ну нет, нет, этого достаточно. Остаемся друзьями. А на этом, друзья, не знаю уж, понравилось вам мое видео. Скорее всего, нет, конечно. Ну что вы? Что вы? Сейчас посыпется мне тут куча осуждающих комментариев. Как вы можете? Что это вообще? Докатиться? Ой, 60 с лишним лет. Ходить на дискотеки вот так вот. Вай-вай-вай. А мне нравится, я балдею. Я обожаю эту страну, потому что она мне дает вот такое второе дыхание. И вот такое второе дыхание, мне кажется, оно нужно любой женщине в любом возрасте. Это нас стимулирует. И вы знаете, я наслушала сегодня столько комплиментов. Это так приятно. Может быть, эти комплименты, они были не всегда правдивы. Но, тем не менее, мне дает это стимул. И я обожаю Англию именно за такие моменты, которые можно получить только здесь. И поэтому сегодняшний вечер был просто прекрасен. Чего я вам всем желаю от души. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Спокойной ночи. У меня стелиться-то нет, чтобы мне личико мое маленечко подправить. Ну вот как-то так. Да-да-да. И вот я вам показала специально видео меня и Сальмана. Немножко, чуть-чуть. Ну, потому что у меня палки селфи не было. Вот так вот показывать на руке не очень интересно. Но вы знаете, даже опять предчувствую злобные комментарии куриц, которые мне начнут опять писать, что я... Вау-вау-вау, я так плохо выгляжу, я ужасная. Он такой молодой и красивый. А вы знаете, вот он меня очень желал, а я и нет. А я взяла и ушла. Вот так. Пусть будет завидно тем курицам, которые пишут, что я плохо выгляжу. Зависть, вы знаете, это такое чувство, плохое чувство, такое саморазрушающее. И я вам, по-моему, тоже много раз рассказывала об этом.